Алло, Геннадий, это Рига и канал Грянул Грэм. Вы меня слышите? Да, я вас слышу, простите, очень коротко. Где вы находитесь? Мы пытаемся въехать в Мариуполь, вокруг которого идут бои. То есть вы уже видели российских солдат? Российских солдат я, к счастью, не видел прямо сейчас, но я на них посмотрел на 8 лет. Понятно. Как ваши дети сейчас? Как они себя чувствуют? Понятно, что испуганы, но все равно, как они себя чувствуют? Нам удалось вывести в Западную Украину наши детские дома, детские центры, социальные служения, выключить дополнительные фонды, только главное. И остальные дети города сидят по подвалам, по бомбоубежищам, у них заканчиваются продукты, заканчивается все необходимое. Поэтому мы с гуманитарным конвоем пытаемся ворваться в Мариуполь, рискуя жизнью прямо сейчас. Простите, брат, что я не могу долго говорить. Благословение, помолитесь, если я останусь живой, выйду на связь. С Богом. Хорошо. Удачи вам, удачи вам, отец.